Коллеги, продолжаем общение с интересными людьми, интересными компаниями. Здравствуйте. Добрый день. Давайте знакомиться. Давайте. Меня зовут Владимир. Мы представляем компанию «Пицца Римза». Производим замороженную пиццу ресторанного качества за 7 минут. Да, добрый день. Меня зовут Армен. Я являюсь фаундером. Вот Владимир со мной партнер, и мы, да, занимаемся именно замороженными продуктами ресторанного уровня. Это вкуснейшая пицца «Пицца Римза». Расскажите, кто потребитель вашей продукции? Это рестораны, это магазины или это конечные покупатели? Все вышеперечисленные. Это и ресторанные сети, это ритейл, это хорика, это АЗС. Это в том числе мы делаем доставку до конечного покупателя. Замороженные пиццы – это ноу-хау. Вкусные ли? Поведайте. Очень, очень вкусная, потому что нету, в принципе, более горячей, более свежей пиццы, чем из вашей собственной духовки. Никогда никакая доставка вам не сможет привезти ее настолько быстро и настолько качественно, как вы достанете у себя дома ее. Абсолютно верно. Расскажите, сколько видов, может быть, какие-то разные вкусы? Да, я хотел добавить, что вот никакая доставка не привезет пиццу настолько горячей, и вот чтобы сыр именно тянулся, поэтому вот наша пицца это действительно... Значит, сколько видов? На сегодняшний день у нас разработано 11 SKU, которые мы готовы презентовать, а готовые в упаковке это 4 штуки, самые основные, пожалуйста, уже можете заказывать, потреблять и ощущать этот вкус замечательный. Расскажите, размер пиццы, он одинаков или есть разный формат? Да, это стандартная пицца у нас 20 на 30. Римская пицца, она прямоугольной формы, это особое уникальное тесто, уникальная разработка. Ну, а вес, соответственно, зависит от того, какие топпинги на этой пицце. А какие топпинги есть в ваших SKU? Ну, смотрите, есть стандартная классика, типа маргариты, типа пепперони, ветчина, грибы, 4 сыра. Из каких-то более-менее необычных, тех, которые у нас очень хвалят потребители, это груша горгонзола, это уникально разработанные по заявкам наших клиентов пиццы с лососем и некоторые еще дополнительные, которые входят у нас в линейку Special. Есть даже специальная линейка. Да, у нас три линейки. Гурме, спешл и классик. Замечательно. Как вам наша выставка? Удалось ли найти интересных партнеров, интересное знакомство? Вы знаете, выставка прекрасна. Мы питчили наш стартап, собственно, у Сергея Черемыша и пообщались. То есть отличный нетворкинг. К нам подходили, мы уже, можно сказать, практически запартнерились с ребятами из Dark Store у дома, из ребят, которые производят веганские фарши и так далее. Ну, очень конструктивно, на мой взгляд. Да, 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 все верно. Мы еще не успели, потому что мы сразу пришли на пич-сессию, и вот как только все закончится, мы пойдем смотреть, но уже вот просто здесь выступая, к нам подошли ребята, предложили веганские продукты, которые мы будем прорабатывать и делать веганскую пиццу, так что ждите. Да, будет новая четвертая линейка, очевидно. Замечательно. Пожелаем вам удачи и надеюсь, встреча в следующем году, когда вы расскажете уже о своих победах и масштабировании вашего прекрасного проекта. Обязательно. Спасибо большое. Приедем с продукцией, всех накормим, угостим. Да, благодарю. Всего доброго.